Помнить и чтить память героев. В Каневском также прошел митинг «Реквием». Над мемориалом памяти павших в селе шефствует предприятие «Мотор Сич». Подробнее в следующем сюжете. В их волосах серебрится седина. На памяти ветеранов многие трагические события Второй мировой войны, которая унесла жизни миллионов наших соотечественников. Сегодня старшее поколение с молодежью предприятия «Мотор Сич», собравшись на митинге, почтили память воинов-защитников, чей подвиг бесценен. Ми завжди 22 червня території Лисогірської сільської ради, особливо канівчанами, зустрічаємося біля братської могили, де в нас захоронено 8 героїв Радянського Союзу, 300 воїнів загиблих і 26 односельців. Вшановуємо їхню пам'ять і дуже вдячні за їхній подвиг, за їхню велич таку, за їхню ратну працю, за те, що сьогодні ми можемо жити і працювати під мирним, щасливим таким небом. Спасибо, «Мотор Січ», спасибо руководству сільського совету, что всегда проводят такие мероприятия для молодежи, чтобы они помнили подвиг наших отцов, дедов, которые отставили свою свободу и независимость каждую пять своей земли. Сразу вспоминаются вся и родня, и все близкие, кто, и кого эта война зацепила, а зацепила она всех, та война. Поэтому ну, такие мероприятия необходимы для молодежи и для того, чтобы это хранить на долгие-долгие годы. Местные жители и молодые сотрудники предприятия «Мотор Сич» возложили цветы к братской могиле бессмертных героев. После этого коллектив творческой самодеятельности «Мотора» выступил перед присутствующими с такими близкими и памятными для ветеранов песнями. Каждый из юных моторостроителей выразил слова благодарности ветеранам, которые живут и радуют своей неугасаемой жизненной энергией, а также склонил голову перед подвигом павших воинов. Мы чтим воинов, героев, которые отдали свою жизнь за мир на нашей земле. Поэтому хотелось бы, чтобы таких дат в нашей стране было намного меньше, но каждую дату, которая касается людей, которые нас защищают, которые дарят нам мир, мы чтим и всегда будем об этом помнить. Это очень необходимо, это надо рассказывать, это надо поднимать. Опять же, это отдать дань ветеранам, бабушке, которые уже в возрасте, которым очень хочется этого внимания, очень хочется вспомнить забытых своих мужей, родителей, там, братьев, сестер. Это колоссальный поступок, мужество, очень смелость. Немного таких людей найдется даже сейчас, мне кажется. Нынешняя молодежь, она должна брать пример, она должна понимать, на какие жертвы ради нас и шли, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы мы жили в своей стране. Этот героизм, этот подвиг, который совершали люди тогда, он достоин того, чтобы переносить его из поколения в поколение. Хочу, как бы, то, чтобы эти мероприятия проводились не только в памятные дни, такие как сегодняшний день, 9 мая. Это надо чтить каждый день вспоминать про ветеранов. В завершение церемонии все присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания.